Вікли сай нормальць о іне бівісне фодете, которая давно уже сотрудничает с нами, это господин Хальдер Фредерик Топсе. Так немли тильхам эт ангелетин удвикле своди ханс миссия. Спасибо. Россия активно действует по многим направлениям, в том числе и в контактах с Багдадом. Одновременно я могу сказать, что был очень важный разговор телефонный между президентом Борисом Николаевичем Ельциным и президентом Биллом Клинтоном вчера утром. Контакты у нас и с другими постоянными членами Совета Безопасности, которые осуществляются и через Нью-Йорк, и непосредственно через столицы этих стран. Мы делаем все для того, чтобы вывести кризис этот на путь мирного политического урегулирования с учетом необходимости восстановления работы спецкомиссии и одновременно улучшения деятельности этой спецкомиссии с тем, чтобы был бы виден для Ирака, как говорится, свет в конце туннеля. Но это обязательно нужно делать в связи с тем, что спецкомиссия возобновит свою работу. Den danske udenrigsminister. Det er ikke første gang, vi mødes og snakker sammen.